который, конечно, очень недоволен действиями игроков. То, что разбирали, что рассчитывали, что не получилось в нападении. Защита команды более-менее сыграла в нападении. Оценить можете сегодняшнюю игру? Это сыграли нормально, в принципе, на установку. Больше дали молодежь поиграть. Мы справились. Больше готовились уже на игру с Вятки и Ростова. Какие-то сюрпризы преподнес Ставрополь? Да нет, я думаю, мы справились со всеми. Даш, мне скажи, пожалуйста, такое пугающее начало, но потом удалось все-таки перейти в себя как-то, девочка? Да, у нас сначала очень много чего не получалось. Ворота просто нам не давались. Сплошные штанги, то мимо, мы даже в створ не могли попасть. Но потом все-таки полетело с первого мяча и пошло-поехало, как-то хоть реабилитировались, но все равно счет 18-26, 18 мячей за 60 минут игры очень мало. В защите считаю, что более-менее справились. Мы что ожидали от этой команды, мы в принципе это и увидели сегодня. По нападению только сегодня. Ты же провела такой более-менее полноценный матч, вот первый раз, да, наверное, после травмы? Да, первый раз. Дали игровое время. Я перед этим выходила с Ростовом, выходила с Волгоградом на небольшое количество времени. Но все равно непривычно было стоять в воротах. Пока не ощущала сегодня более-менее, как-то почувствовала себя в своей тарелке. Показалось, что ты вошла в игру. Да, может быть и так. Надеюсь, что дальше лучше будет. Со Звенигородом как настраиваться будет? На Звенигород надо настраиваться только на победу. У нас другого выхода нет. Надо грызть, выгрызать эту победу любыми силами, средствами. Мы должны победить. Спасибо. Спасибо вам.